Привет! Я Оля Свёкла Арт, и сегодня хочу рассказать вам про наборы алмазной мозаики из любой фотографии. Для меня это стало таким открытием, что спешу с вами поделиться. Посмотрите, эта картина выложена по моей фотографии. Это я и мои сыновья. А теперь давайте расскажу вам подробнее, что это и как этим пользоваться. Мой первый набор был 4 формата. Я купила на пробу, не на подрамнике. Мне настолько понравилось, что потом я решила еще и побольше набор себе купить. Значит, смотрите, внутри набора находится QR-код, по которому мы попадаем на данный сайт, его вводим, и у нас появляется возможность загрузить любую свою фотографию, каким-то образом ее отредактировать и выбрать из предложенных вариантов схему для создания мозаики. То есть посмотрите, очень много различных вариантов. Выбираем нужный, вводим e-mail, и у нас на e-mail приходит вот такая инструкция, которую в принципе можно распечатать как на черно-белом, так и на цветном принтере. А можно собирать прямо, ориентируясь на электронную версию. Можно попробовать несколько фотографий. После этого мы начинаем работать уже со стразиками. Стразов в наборе в данном 22 тысячи. Я вам сразу скажу, что с огромным запасом набор, просто можно даже не переживать, что стразиков не хватит. Я выбрала вот такие оттенки, это называется винтаж, можно выбрать черно-белый или поп-арт. Мне понравилась вот такая расцветка. Собирали с сыном в 4 руки, это очень интересно, оторваться просто невозможно. В комплекте идет все для сборки, и вот этот вот такая ручка специальная, и клейкий слой, и стразики, и подставка под стразики. И вот таким образом, клеточка за клеточкой, мы собирали нашу картину в 4 руки. Да, это не просто, но так как ты собираешь не какой-то абстрактный, там, кем-то сделанный пейзаж или цветы, а себя, поэтому просто невозможно оторваться. За неделю, работая по несколько минут, от получаса до часа в день, мы собрали вот такую картину. Есть в комплекте держатель, можно прям так повешать, а можно вставить в рамочку. После этого я пошла и заказала еще набор побольше, от 3 формата, это была 4 формата, 22 тысячи страз. Второй мой набор — это А3 формат. Сразу скажу, я его еще не открывала, не могу сказать по качеству, что там внутри, но там уже получится полноценная работа на подрамнике, на холст на подрамнике. В целом наборами я оказалась супер довольна, мне кажется, это отличный подарок себе или близким на любой праздник. Так что надеюсь, сегодняшний небольшой обзор оказался вам полезным. Вдохновляйтесь и творите!